Прямой эфир. Да, написано. Так, молчи. Я буду говорить. Всем здорово. Смотри, Иван Водянов, в Перископе. Пять человек уже. Шесть. Пять уже? Семь уже. Тихо. Не пали контор. Ладно. Да вон они там уже ржут, блядь, смотрят. Хорош. Блядь, ты же лайки даже. Хорош, сядь на место. Да, давай, это нормально запишем. Так, короче, всем здорово. Водянов уже в инферно. Тайские каникулы закончились. Начинаем рабочие будни. Краткий анонс того, что будет в ближайшее время. Значит, сейчас я помонтирую последнюю серию инферно. Потом что еще? Ой, какой инферно, блядь, эти каникулы. У меня еще одна серия осталась. Еще я сегодня уже начал записывать новый формат инферно. Теперь я буду ходить с камерой, записывать все подряд. Надеюсь, это кому-то будет нужно. Если это будет нужно, мы посмотрим, там 2-3 серии сделаю и глянем. Если действительно это будет актуально, то тогда буду снимать все, что вижу, как тренируюсь, как что делаю, где хожу, где вот, и всю такую галиматью. Вот. На самом деле давно там я видел в комментариях, просили поснимать как бы типа один день из жизни. Но я вам поснимаю так вкратце несколько дней из жизни, из домашней какую-то суету, там как и грудки там жарят, там куда еду, куда иду, как работаю, и как тренируюсь. В основном, наверное, все-таки акцент на тренировки сделаем. Сегодня еще с тренировки включим перископ и включим этот самый. А, ну и на камеру все еще поснимаю, сделаю такую пробную серию инферно в новом формате. Сейчас буду монтировать тогда Таиланд, там будет по рынку, там я полазил, по шмоткам, там по всякой фигне. В общем, заключительная серия. Че у нас? Сколько мяса слил? А я уже делал этот, как его, фотка в Инстаграме, фотка есть, там 1,5 килограмма, наверное, слил. Кстати, не ожидал на самом деле, я после того, как там меня пронесло, я потом нашел нормальное кафе и стейк свиной ел, там яиц дофига заказывал. Еще нормально, более-менее нормально питался. Ну, понятное дело, что не 8 раз в день, ну там 3-4, может 5 раз ел в Таиланде. Уже нормально человеческую еду. Поэтому, так, что нам еще-то, что нам еще, какие планы еще? В общем, сегодня начинается это самое... Подготовка. Буду снимать, наверное, в основном видео с тренировок, но в таком режиме, как бы в онлайн режиме, наверное. И буду делать много серий для канала. Ну и также в перископ писать всю эту грематью. По лайкам, по комментариям посмотрим. Если это прокатит, будет интересно, тогда будем снимать. Если не будет интересно, тогда, ну, тогда нахер завернем этот проект. А вы под новыми видео там пишите комментарии, в какую сторону как бы модернизировать контент, который у меня получится давать, чтобы я мог как бы, ну, что-то полезное по вашим пожеланиям уже давать какой-то материал. То есть вот сегодня выйдет видео, пишите в комментариях, что устроило, что не устроило. Я уже следующее буду делать по адекватным комментариям, как-то подстраиваться. Вот. Что-то рассказывать про всякую гадость фармакологическую, рассказывать ничего не буду. Вот, а так все, что да, ну, все, что разрешено, все, что доступно, все буду показывать, открывать свои секреты в тренировках. Сегодня будет тренировка вступительная после отдыха. Покажу, расскажу вам, как я начинаю тренироваться после 2 декабря. У меня были соревнования, вот я ни разу больше не ходил в зал. Вот, ну ладно, хватит, наверное, транслировать, да, то сейчас все расскажу, нечего будет смотреть на ютубе. Все, давай тогда, нажимай там кнопку, давай. Все, всем пока, короче. Блять, да задолбала кнопка, блядь. Да че она, блядь, не нажимается? Блять, сука. Ебаный.